На Тобольском участке федеральной дороги Тюмень-Ханты-Мансийск идет ремонт. Начинаются работы у деревни Шестаково. Здесь должны поменять полотно на отрезке длиной 9 километров. В нормативное состояние приведут и обочины. Кроме того, заменят автобусные остановки и освещение. Светофоры установят новые, энергосберегающие, на светодиодах с питанием от солнечных панелей. На следующий сезон планы еще больше. Мы планируем на территории Тобольского района с 2018 года приступить к капитальному ремонту от 154 километра и расширять сторону Тобольска до 4 полос. Еще на участке 200-216, значит, в этом году тоже будут поставлены две П-образные опоры с освещением пешеходного перехода.